Народный фронт предложил омичкам фотографироваться в купальниках на фоне свалок, а фото публиковать в Инстаграме. Так активисты хотят привлечь внимание городских властей к наболевшей мусорной теме. Первое фото флешмоба выложил ОНФ. На снимке девушка позирует у свалки на улице 9-я линия. В комментариях общественники написали, что на этом месте нет контейнера и мусор не вывозится. Однако жителям выставляют счета за отсутствующую услугу. Ответ на жалобу из мэрии сфотографировала и выложила в соцсетях омичка. Под фото автор рассказала, что еще зимой жаловалась в мэрию на сугробы и просила их убрать. 21 мая она получила официальный ответ, что ее проблема решена. Снега больше нет. Бурю эмоций вызвало заявление горсовета. На ремонт всех домов в городе с учетом существующего бюджета потребуется 204 года. Пост об этом опубликовал паблик «Мой Омск». Люди, просто переводите свои деньги на счет своего дома и начните потихоньку делать ремонт в своем доме и придомовых участках. А если платить какому-то дяде, то вы его не дождетесь. Пишут в комментариях пользователи. В соцсетях омичи пожаловались на работу дорожников. По словам омичей, сегодня утром рабочие меняли асфальт на Ленинградской площади. Из-за этого образовалась пробка, которая растянулась от Голубого огонька до остановки таксопарк. По словам автора поста, десятки человек начали понедельник с опоздания на учебу и на работу. В комментариях же большинство пользователей встали на защиту дорожников. То им обочина на объездной не нравится, то дороги ремонтируют, мешают им, то разметку рисуют, пробки создают. Вот 5 лет назад отлично было. Едешь, и зубы звенят, и разваливаются вместе с подвеской. Зато никто не мешал. «Придайте мой пост огласке», – обратилась омичка к администраторам городского паблика. Девушка пожаловалась, что в аварийном доме по улице Молодогвардейская, 39, обвалилась ступенька. Приезжала администрация и решила помочь, и на это место положили бревно. Жительница нашего дома уже получила травму на этих ступеньках. Что за отношение к людям? – пожаловалась автор. В комментариях омичи написали, что пора уже привыкнуть, что каждый о себе должен позаботиться сам. Ждем свежие новости от пользователей.